Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight. С вами канал AlexPlay, и сегодня поиграем за Крик. В прошлой серии, ребятки, вы мне написали, что я плохо играю, что меня наказали токсики. Вот. Я это все прочитал, я не выдержал, и я решил проучить всех токсиков. Мы сейчас всех поймаем, ребятки. Ставьте лайки, пишите комментарии и заходите на канал AlexPlay. Да, его легко найти. Тихо. Тихо. Так. Кто-то там шуршит. Генератор чинит. Вижу, 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 вижу. Так, аккуратно. Осторожненько. А, взял я простенькие аддоны. Ну, чтобы были. У меня их слишком много. Надо их как-то тратить. Так, 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 так. Зов медсестры. Мне очень сильно нравится. Перк довольно-таки хороший. Очень хорошо помогает. Ну и также чили и барбекю. Очень классные перки. Так, 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 так. Кого-то я тут вижу. Вот, ребят. Учусь я играть, конечно, за Криха. И более-менее я понял механику. Так, так, так. Все, наблюдаем, наблюдаем. Половинка есть. Ну-ка. Куда ты убегаешь? Куда ты убегаешь? Убежал. Блин. Убежал, ладно. Догоним. В общем, сейчас меня не видят, ребятки. Если я активирую свою способность, меня не слышат. Да, не слышат радиус террора. Прошу прощения. Это более правильно. Немножечко еще осталось. Еще одна четвертинка. Ну же, одна четвертинка. Давай, давай, давай. Совсем немножко, боже мой. Там 20% всего лишь. Куда убегает? А сейчас у меня радиус террора просто ноль, ребятки. И это очень круто. Они могут запутаться. Главное, чтобы меня не обнаружили. Чтобы на меня долго не смотрели. Так, 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 сломаем. Где она? Девочка, выходи. Я знаю, что ты где-то здесь. Ты... Тихо. Вау, 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 вау. Спалилась. Нужен, нужен, нужен. Где та-то, блин? Мы за ней следим, следим. Вот, вот, это другая уже. Давай, давай, уже третью выслеживаю. Я уже троих выслеживаю. Тихо, тихо, главное не спалиться. Вон она, вон она, вон. Давай, 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 давай. Да, есть, отлично. Вот, теперь надо ее просто поймать. Сейчас мы с одного удара должны ее убить. Ну, не совсем убить. Надо просто положить на пол. А потом повешать на крюк. И чтобы она потихонечку умирала. Чтобы сущность ее забирала, да? Так, ну все. Все, попалось. Минус. Так, 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 так. Ой, ты, боже мой! Куда ты лезешь? Так, подберем. За задницу. А где тут наш крючок? Вон он, вон крючок. Отлично. Крючочек наш. Идем. Сейчас мы ее повешаем. Замечательно. Пока повиси, посохни, а мы пойдем твоих друзей искать. Вон, я вижу уже. Я вижу, 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 чинит генератор. Это чили и барбекю, ребятки. Без него никак. Через окно выпрыгнула? Да, одна, по-моему, через окно выпрыгнула. Вон, вон, она бегает. Вижу, 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 перк сработал. Отлично. Давай, 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 давай. Спряталась тут, а я... Подожди. Нет, не за этим, не за этим углом. Ну, а где ты тогда? Слушай, она меня обдурила. Как ты мне... Как ты так смогла меня обдурить? Ну ничего, я только сильнее разозлен. Это вам очень, очень дорого будет стоить. Попался прямо, прямо на нож напоролся. Ну елки-палки. Не, ну ты молодец, конечно. Еще раз давай повторим. Куда ты бежишь? Я думаю, этого легко будет поймать. Отлично. Замечательно. Второй. Так, второй сурф. Где бы тебя повешать-то? О, фонарик! Не надо светить! Эй, ты что делаешь? Хватит, хватит! Я сейчас тебе покажу. А, боже мой. Да что ты будешь делать? Ну, конечно же, он вырвется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы только меня все больше и больше злите. Это же вам потом очень плохо кончится. Зря вы это делаете. Зря вы меня злите. Не стоит меня злить. Так, пока что один генератор починили.
Пока что, в принципе, еще все нормально. Она думала, что она от меня спрячется. Какая ты наивная. Наивная девочка. Иди сюда, иди сюда. Хорошая. Давай, давай, давай. Куда? Куда побежала? Нет, 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 нет. Ну все, догнал. Отлично. Так, подожди. Я уже третью ложу, да, но на крюк я вешаю только второго сурва, по-моему. О, а кто там у нас лечится? Смотрите. Смотрите, кто тут такой. Спрятался, думаешь, что я тебя не вижу, да? Какой же ты наивный. Какой же ты наивный. Очень хороший перк, зов медсестры. Он очень круто помогает. А мне он даже нравится больше, чем чили барбекю. Ладно, полежи. Этот палету пока сломаю. Она мне мешает. Порчит вид. Моей больницы. Да, это моя больница. Что вы вообще тут делаете, я не знаю. Так. Один лежит. Другую уже освободили, я даже не заметил. Вот она! Нравится, да? Блин, починили второй генератор. Генератор. Вижу, 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 вижу. Прыгнет. А, не успеешь? Замечательно. Так. Я уже сбился со счета. Так, ты будешь треть. А, ну ладно, ты. Вообще, я хотел девушку подобрать. Ну, ты, в принципе, мужественный поступок, да. Пошел вперед на рожон. Теперь девушку возьмем. На, замечательно. Так, выбирай крюк. Какой поближе, главное, чтобы... Уже освободили, да, елки-палки. Вы что, следите за мной, что ли? Тут я должен следить за вами, а не вы за мной. Так, повиси, пока посохни. О-о-о, вижу, вижу, вижу. Чили сработал. Хорошо сработал. А, значит, около генератора. Вон они, лечатся. Или чем-то другим занимаются, я точно не знаю. Давайте посмотрим. О, ну-ка, 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 ну-ка. Блин. Сложно, конечно, проследить. Ой-ой-ой-ой-ой, кто у нас здесь? Блин, надо было бить, наверное, или ладно. Давайте поиздеваемся. Он... Его все равно... Блин. А, все, подожди. Отлично. Ну, отлично. Неплохая способность, ребятки. Особенно, если вы быстро выслеживаете. Если вы правильно еще выслеживаете, то это, блин, мне нравится. Мне понравился крик, ребятки. И теперь крик один из моих самых любимых манов. Раньше я не понимал, как им играть. Сейчас немножечко подучился. И, блин, он мне понравился. Да, ребят, он мне понравился. Даже больше, чем Легион. Легион мне раньше тоже нравился. Он, кстати, похож немножко на Легиона, да? Немножко свиньи, немножко Легиона. Немножко тени, да? Я считаю, что это маньяк 3 в 1. Многие говорят, что это тень, да? Маньяк тень. И Легион, да? А, не тень и свинья, говорят. Свинья, потому что он приседает. Тень, потому что он выслеживает. Но я считаю, что он еще Легион, потому что он довольно-таки быстро бегает. Так, 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 так. Хотя, может быть, я ошибаюсь насчет Легиона. Ну, по крайней мере, внешне он немножечко похож, да? Такой же. Так. Щупленький. Тихо. Ой, не надо. Да ты ж, блин. Ты меня разозлила. Зря ты это сделала. А сущность почти забрала. Смотрите, почти забрала его. Ёлки-палки. Просто на последней секунде его освободили. Слушайте, ну молодцы. Хочется отдать должное сурвом. Я считаю, что они неплохо играют. Красавчики просто. Так, три генератора. Пока что, в принципе, 50 на 50, да? И не в мою, и не в ихнюю пользу. Они уже много висели на крюках. Так, этот сразу умрет. Дадим шанс? Нет, давайте сначала догоним девушку, да? Надо догнать, надо по-любому догнать ее. Палета, палета! Ай-яй-яй, не успела! Ой-ой-ой, ребятушки. Ладно, давайте уже минусанем одного, чтобы нам было попроще. А, ты неплохо отыграл свою роль. Ты был мужественный. Кажется, тебе везет, слушай. Ладно, полежи пока здесь. Мы сейчас разберемся. А ты смелая, девица. Смелая, молодец. Так, ей куда побежит? Спасать, наверное, с крюка. А, подожди. На крюке-то никто не висит. На крюке никто не висит.
Один валяется, одну подобрали. Ай-яй-яй-яй-яй. А? Ну-ка, интересно, обманул? Нет? Запутаю. Я сейчас запутаю тебя! Запутал. Так тебе и надо. Так. Кто тут у нас? Хорошенький. Ой-ой-ой, гребаный фонарь! Какого черта ты сюда прибежала? Ну все, я тебя запомнил. Где ты? Где ты? Ты меня просто разозлила. Теперь они опять все на ногах, ребятки, все на ногах. Но они все раненые. Так что успокойся. Еще 3 генератора. Мы сейчас быстренько все исправим. Где вы? Ой-о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 й
красавица. Так, ну все, теперь ты не уйдешь. Где то с фонариком? Она сейчас опять подбежит? По-любому. Да, вон она бежит. Сзади мне показалось. Может, мне показалось? Ладно. Кажется, мне показалось. Показалось. Так, ну все, пока-пока. Вспоминать я тебя не буду. Подожди. Так, вот он. Еще минус один. Минус два. Пока мы тут минусанули... А, подожди, этого я только первый раз вешаю. Я почему-то думал, это... тот мужчина, который с голым торсом. Блин, забыл, как его зовут. У него скин такой есть еще. Голый торс. Вот. Того-то мы сразу повешаем, он улетит. А этот первый раз висел. Блин, подожди, он сам спрыгнул или его освободили? Вот мне вот это интересно. Сам ли он спрыгнул? Слушай, возможно, даже он сам спрыгнул. Может быть. А может быть, освободили? Освободили, да, вон она. Лечит его. Так, подожди, может быть, выследим? Попробуем? Нет, не получится. Не получится. Только-только вылечили. Петарда. А, промазал. А, не попал. Ну, отлично. Так, где-то здесь она бегает. Я слышал. Я тебя слышал. Блин! Ладно, все нормально. Два генератора. Их трое. Их даже двое пока что. Где-то... Нет. Ну, я так и знал, что ты здесь с фонариком, боже мой. А вот сейчас не получилось. Давай, свети. Ну? Ты думаешь, что я совсем, что ли, нуб? Посмотрел мой предыдущий ролик, где я всех упустил. И сделал выводы, да? Хотя сомневаюсь, что ты смотрела. Ну, ладно. Так. Уже не уйдет. Уже не уйдешь, не уйдешь. Вот, я тебя вижу. Ну, блин! Она даже не смотрела по сторонам, ребята. А у меня не было радиуса террора, поэтому она не беспокоилась. Вот как-то так. Слушай, обожаю этого. О, вижу, кто там бежит. Кто там? Ой, а вот тебя мы легко поймаем. Вот по-любому, ребятки, его довольно-таки легко ловить. Мы... Да, блин! Я ее бросить не мог. Я пытался бросить, но у меня не получилось. Но она сейчас еще этого... Ты что делаешь? Я же тут рядом нахожусь. О, боже мой. Так, ну этого легче всего поймать. О нем можно не беспокоиться. А, самая ловкая это блондиночка. Вон она, спалилась. О, подняла даже. Смотрите, какая молодец. Вот ее надо поймать. Она довольно-таки хороший сурф. Ее будет сложно ловить. Ладно. Я же говорю, неплохая. Самый хороший игрок, по мне. В этой катке это именно она. Так, ну все. Давайте минус одем, чтобы их было двое. Тогда мне будет уже попроще. Плюс с помощью чили я примерно буду знать, где они. Вижу. Один раненый спалился. Вижу кровь. Вижу девушку. Так. О-о-о! Вдвоем! Рядом. Ну ничего, два генератора, ребятки. В принципе, успеваем. Куда ты побежала? Куда? Блин, я уже потерял. Да не, ребят, поймаем. Они двое, в принципе, раненых. Вот сейчас преимущество уже на моей стороне, я считаю. И я могу всех поймать. Самое главное не вешать, да? Мы сейчас одну поймаем. Там по-любому будет рядом другая. Ну, в крайнем случае, ладно, пофиг. Повешаем. У меня есть чили, поэтому можем ее быстро высадить. Так. Да где же вы? Вы что, не чините генераторы? Что вы задумали? Что вы задумали? Люк просто так не откроется. Придется кому-то пожертвовать собой, чтобы спасти другую. О, вижу. Обожаю этот перк.
Попался! В тупичке, в тупичке. А чё ж ты не бежал-то? Сам виноват, сам виноват. Никто тебе не принуждал тут быть. В уголку такие спрятались. Так, где девушка? Подожди, нет. Показалось или не показалось? Слышу, слышу, да, не показалось. Она побежала наверх. Вон она, спрыгнула. Лучше бы ты не прыгала, я бы тебя не заметил. Вот если бы она осталась наверху, я бы ее не заметил. Опять же она виновата. Поспешила. Поспешила, спрыгнула вниз. Я реально не видел ее наверху. Я догадывался, что она наверху, ну, сомневался. Там, по-моему, пятка ее была, да? Когда я поворачивал на лестнице. Так. Остался последний. Хотя там же были кровавые следы. А от раненого же не могут быть кровавые следы, правильно? Я что-то об этом сразу не подумал. Ну ладно, в любом случае у нее был шанс. Ну все. Ой, все, ребятки. Сможет ли он вырваться? Я сомневаюсь. Даже если он вырвется, я его легко поймаю. Блондиночку было бы посложнее. Ну, а этого тоже. Самая крутая была, мне кажется, это вот девушка. Ой, боже мой, я за сурвов, ребятки, редко играю, поэтому не знаю, как всех зовут. Знаю Джейн Ромеро, знаю Эша. И все. Это последний, который... Ладно, надо будет, конечно же, поиграть за фервов. Да чё, всё маньяком да маньяком. Так, ну и... Топовый игрок. Да, вот это самое лучшее. Она неплохо играла, молодец. Молодчинка. Вот, ребят, надеюсь на ваши лайки и комментарии. То вы говорили, что я не смогу всех поймать. Что меня токсики наказали и всё такое. В принципе, вот, подучился, да? Я обещал, что всех поймаю. Я всех поймал. Я сдержал своё обещание. Так что я надеюсь на ваши лайки и комментарии. Вот. Также, если не подписан, подписывайся на канал и жми колокольчик. Кстати, а было же много тортов. Давайте посмотрим, сколько я должен сейчас много получить. 62. 154 тысячи. Нифига себе. Прогресс ранга максимальный. Плюс 2. Ну, очень круто. Очень топово мы сыграли, ребят. Фух. Увидимся в новых сериях. Всем до скорого. Пока-пока.